Дмитрий, здравствуйте. Почему вы так часто противоречите сами себе? Я не думаю, что часто, но бывает, что противоречу. Это здоровое состояние любого нормального человека, который думает одно, но под воздействием получаемой информации начинает думать другое. Так бывает. Потому что мы часто думаем какие-то вещи, когда не имеем информации или имеем ее мало. Это естественно для любого человека. Привет из Приднестровья. Здравствуйте, бедное Приднестровье. Бедное в том смысле, ну и в том, и в другом. Очень хотелось бы, чтобы вы скорее были уже в составе Республики Молдова, чтобы вышла оттуда 14-я армия российская, которая стоит там для того, чтобы разделять и властвовать. И чтобы Молдова была процветающей европейской страной, какой она достойна быть. Я очень люблю Молдову. Обожаю Кишинев. Здравствуйте. Как относитесь к композитору Александру Морозову? Прекрасно. Прекрасно. Это выдающийся композитор, украинский, российский, который написал целый ряд эпохальных, замечательных песен. Слушайте, «Горница», «Малиновый звон», «Белые ставни», «Хрустальные цепи». Очень много прекрасных песен у Александра Морозова. «Гуляй, душа» и так далее. Так по памяти вспомнил. У нас очень теплые отношения. Мы даже вместе с ним исполнили песню Александра Морозова «Земляки» она называется. Мы ее пели до всех этих жутких событий на его творческом вечере в Москве в Театре эстрады в 2012 году. Эта песня есть в Ютубе. Он очень хороший человек и прекрасный композитор.